Oo, täiesti ehitu. На месте. Че, все идем? Да. Добавь. О, магнум. Мы не можем никуда ехать, пока не найдем какое-нибудь укрытие. Нет. Может расчистить эти площади? Ты видишь, лучше не затянуть. Марина еще задание надо какое-то забрать. А. Может спрятаться в сарае? Какое-то время он ночью просто. Этого контингента должно было хватить. Что это у нас тут? Быстрее беги! Быстрее, 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 быстрее беги! Блин, не успел чуть-чуть еще двух забрать. Никого. Странно, что военные ничего не делают. Все, зачистили все быстро. Быстрее некуда просто. Я пытался спрыгнуть, не получилось. Очень надеюсь, что инфекция сюда еще не добралась. Так что нам нужно безопасно. Ну, Марин опять какое-то задание может. Чего, блин, он не дает задание подать? Как только мы укроемся в кинотеатре, странно, я постараюсь связаться с Брикси. Зачем им столько оборудования, если они не хотят пускать его в ход? Как же мне достали диалоги обычные, не сюжетные. Здесь было много солдат. Такого контингента должно было хватить, чтобы сдержать вирус. Что же случилось?
Может, там что-то есть? Как только мы укроемся в кинотеатре, я постараюсь связать... Окулярный топор. Дробы и гордости могу создать. Так придется придумать новый план. Может, он знает, где тут безопасно. Надо провести разведку в город, посмотреть, что вообще. Стоя на месте, мы ничего не добьемся. Ты все разговариваем? Нельзя расслабляться. Да. Вы знаете, хоть одно безопасное место в городе. Вот есть тут один старый кинотеатр, у Жакли. Окон здания нет, так что если забаррикадировать двери, внутри будет относительно безопасно. Кроме того, там есть кафе. Вернее, было. Так что как туда доберемся, у нас будет еда и напитки. Жаклин все еще должна быть там, если она выжила. Она обожает это место. Вряд ли она его покинет. Ну что скажете, посмотрите что-то? Так и сделаем. Кинотеатр здесь совсем рядом. Когда будете на месте, дайте знать. Здесь должно быть какое-нибудь более безопасное место. Надо еще поискать. Мрачное зрелище. Очень надеюсь, что инфекция сюда еще не добралась. Инфекция уже давно везде. Задолбали. Еще это все субтитры перекрывают. Мне нужен ключ от ворот. Опа-на. Что, не открывается? О, с первой попытки. Тут столько патронов, оказывается, было. Ой, в меня что-то кинули. Меня сразу убили. Спасибо. Видимо, кухонный нос. Че бы не прилетело, это больно было. Очень много мне сейчас дают патронов. А ведь был когда-то профессиональным спортсменом. Что меня? Один новый сюжетный предмет, вот на память. Опять болото. А,
А, я тебя похилить не могу. Потому что я в воде. Да. Да блин. Не, он прикольный, его отталкивает прям далеко. Даже город затопило. Почему не зайти? Вот это гигант. Блин, а я прям под него попал. Подключимся. Ты что там говоришь? То, что мы через парадный вход зайти не можем, надо через какой-то другой зайти. Да, блин. Да, я, может, зайду просто вход, а ну там... О, кирпич. Что там наверху забыл? Не знаю, мне так путь показал. Он мне через низ показывает. Да, через низ. Лови! Я думал, ты сейчас с ноги сломаешь. Я тоже. Они стали беспомощными. А, теперь наверх надо. Ты где видел одного сильного зомби, чтобы был не беспомощным? В Dying Light. Кто это у нас тут? Вот громил, мы сколько пытались убить. Убивали так очень сложно нам было. Это сделал. Включил питание, зачем, не знаю. Видимо, это и есть вход. Вот вода не кое-где разлита. Наш здесь борьба будет. Хорошо. Май, тут внутри дофига зомби. А, это... Я в кинотеатре, Харди. Нет тут никого. Он не считается, я его не мог достать. Здесь не били, ни одного урода не осталось.
отправляюсь в зрительный зал. Спасибо за новости, прием. Там точно зомби есть, я их слышу. Меня забили просто. А, не успел. Я где? Сдохни! Тайсера, сверху будет опять битва. Мне изначально что сказал, когда этот там электричество провел? Не-не-не, там этот еще есть. Сетки. Теперь обратно наверх куда-то. Ко мне ты идешь. Еще выше? Нет, ниже. Возьму, продам. Хотя, по-моему, не то. А, ну, слабенький. Умение. Второй замок. Да ты что на нас смотришь, дурак? Вы ведь не из Хендерсона, правда? Нет, нет, я тут с группой людей. Нам сказали, тут безопасно. Мы хотим забаррикадироваться в здании. Здесь хватит места на всех. Никаких проблем. Сначала придется перекрыть все входы, чтобы эти твари не могли пробраться внутрь. У парадного входа и черного хода есть защитные решетки. Но заднюю решетку очень давно не использовали. Для ее активации вам понадобится ключ от сторожки. Еще раз спасибо. Если бы не вы, я бы не выжила. Как думаешь, пулеметы тут есть? Вряд ли. О, ставни сами закрываются, отлично. И все. Посмотрим-ка. Тут через окна спокойно зайти могут. Окна на распашку открыты. Теперь все остальные смогут присоединиться к нам. Городской хостел превратили в госпиталь. Думаю, вам стоит туда сходить. Если хотите узнать больше, поговорите с Эсилом. В кинотеатре безопасно. Здесь даже живой человек. Что за шум? У нас все будет хорошо. Мы уже... О, блин. Ты про миссии провалил? Еще раз спасибо, что спасли. Не, про... Я думала, мне не выжить. Похоже, вам всем не помешает спокойно отдохнуть. Все безнадежно. Куда бы мы ни пришли, они уже там. Ну, здесь у нас хоть крыша над головой есть. Когда началась чума, все уехали. Я думала, рано или поздно появятся власти. Так что я осталась. Я боялась мародеров. А оказалось, их стоило бояться в последнюю очередь. У меня кроме кинотеатра ничего нет. Я просто не могла его бросить. Но теперь, после всего этого, я бы пошла с вами. Можешь пойти с нами, но никаких обещаний. Мы тут все в одной лодке, и, насколько я понимаю, это корыто скоро пойдет ко дну. Удалось связаться с базой? Нет. Может быть, рация не работает.
Что тут произошло? Болезнь разлетелась так быстро. Военные создали зону карантина. Говорили, у них все под контролем. Черт, с два. Снаружи база выглядит нормально. Как я говорил, командир Брикс мой друг. Эта база наш единственный шанс на спасение. Мы должны проникнуть туда. Я бы не стала. Военные покинули город и бросили всех жителей здесь. А сами заперлись на базе. В каждого, кто приходил просить о помощи, стреляли. Вскоре люди прекратили попытки. Чёртовы герои, а? Господи! Должно быть, они думали, что эти граждане инфицированы. Это единственное возможное объяснение. Ну, разумеется. Совсем как на Баное или в Новом Орлеане. Так ведь дела и делаются. А Харлоу здесь? Я думал, она с вами. Кто видел ее последним? Я думал, мы бежали со всех ног. Я думал, она с нами. Вы ее бросили, и нас всех вы тоже бросите. Боже, женщина, успокойтесь. А то что, ударишь ее? Чима права. Вы неуязвимые, все с ума посходили. В каком смысле? Что ты несешь? Ты нам не доверяешь. Может, это мы тебе не доверяем? Внимание! Всем успокоиться! Все дело в химикатах. Мутагены. Посмотрите на них. Они едва себя контролируют. Ну уже, народ. Уже слишком поздно сдаваться. Я остаюсь здесь, вы идете на базу. Если охранники будут против, я поговорю с ними по рации. Это наш единственный шанс выбраться отсюда. Занимайтесь своим делом. Мы никого не бросим. Я стараюсь не вешать носа и всех подбадривать, но это не так-то просто. Чего? Все думали, что будет безопасно. Я стараюсь не вешать...